Добрый день, скажут всем, Шишкин лес может стать чудесным день. И без чудес может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Вот, готово. Всем привет, привет, Зубок. Здравствуй, Коксик. Вот это ракета. А, нравится? Да, сам сделал, да? Да. Когда летим? Сегодня. Отлично, так где будет мое место? Только учти, я люблю у окошечка сидеть. Как? Разве ты тоже хочешь полететь? Я что-то не понял. Мы друзья или нет? Ну, конечно, друзья. А как же ты тогда без меня, без своего друга в такое далекое путешествие отправиться хочешь? Ой, хорошо, что я вовремя пришел. И я вовремя пришла. Здравствуй, Шунечка. Здравствуйте, в космос собираетесь, да? Свободных мест нет. И вообще, маленьким в космосе сделать нечего. Они испугаться могут. А я не трусиха. И я уверен, что наша Шуня очень отважная мышка. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Антон. К тому же лететь в сказочной ракете совершенно безопасно. Что-то мне кажется, что ты и Шуня туда уже не поместятся. Коксик, в сказочную ракету поместятся все. Да. Ну что, летим? Летим! В космонавтов мы играем. Над землею пролетаем. Мы увидим с высоты столько чуда красоты. Горы, реки, моря, все, чем радует земля. Все, чем радует земля. Как интересно смотреть на землю сверху. Да, и на небо посмотреть интересно. Да? А что там интересного? Воздух и воздух один. А вот и нет. На самом деле небо – это многоэтажный дом. Ой, а как это? Да-да-да, самый необыкновенный дом, круглый и прозрачный. Он называется атмосферой. Атмосфера? Многоэтажный дом? Значит, можно на каждом этаже в гостях побывать, да? Конечно. Прошу, этаж первый. Ух ты! Как много здесь жильцов! Птицы и воздушные шарики. Ой, смотрите, смотрите, вон парашютисты летят. Полетели. Ой, а мы вверх поднимаемся. Да. Потому что нам пора на второй этаж, в гости к дирижаблям и самолетам. Здорово. Интересно, а на третьем этаже кто живет? На третьем этаже живут гости из космоса, метеориты. Эти твердые частицы могли бы нанести Земле очень много вреда, если бы у нее не было защитного дома купола. Но, попадая в атмосферу, метеориты сгорают. А на Земле нам кажется, что это звезды падают. Да, падают и оставляют за собой красивый яркий след. Ой, смотрите, наша ракета поднялась еще выше. Мы что, на последнем этаже? Да. Теперь перед нами космос. Здесь живут космические станции и спутники. С их помощью люди изучают Землю, предсказывают погоду, находят новые минералы, наблюдают за косяками рыб, плавающих в морях и океанах, передают различные сообщения друг другу, а также изучают планеты и звезды, невидимые с Земли. Вот это да! Спасибо тебе, Зубок! Мне? За что? За все! Ну, за то, что ты такую замечательную ракету сделал, за то, что мы сегодня столько нового узнали. Да. Да, узнать или увидеть что-то новое всегда интересно. Ну что же, пришла пора возвращаться домой. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. До свидания, ребята. Всего вам доброго, ангела-хранителя.